В Новый год детский дом по традиции принимает гостей. Сегодня уютный зал казался тесным, настолько много было желающих поздравить ребят с праздником. Ежегодно воспитанники детского дома под руководством педагогов разыгрывают настоящий новогодний спектакль. В этом году в качестве главной проказницы, которая внесла смуту в ровный ход сказочного представления, стала Пеппи Длинный Чулок. А главным волшебником выступил, конечно, Дед Мороз. Сказку прерывали многочисленные выступления местных звездочек. Просто, просто, вы маленькие звезды. Пой вместе с нами, танцуй вместе с нами. Все знаем движение, снимаем напряжение. Ай, будет круто, ай, ай, будет круто, ай. Всех гостей праздника просто невозможно перечислить. В зале представители практически всех организаций и предприятий города. Юные воспитанники танцевальных ансамблей «Полесская Зорочка» и «Асденс» приехали на праздник с творческими подарками. Кроме того, в канун Нового года ребятам предложили самим побыть, что называется, в шубе Деда Мороза. Зорочки оставили под елкой многочисленные подарки. Таким образом, юные танцоры запустили акцию «Дети детям». Если для детей Новый год – это вера в чудо, то для взрослых – время творить чудеса. Многие из присутствующих благодарили за возможность сделать доброе дело. Как только праздник начал близиться к концу, подарки от гостей посыпались, как из рога изобилия. Мы вас очень любим, всегда любим приходить к вам на праздники. И для того, чтобы вы еще больше познали мир, чтобы вы еще больше окунулись в чудеса, депутатский корпус Мозырского района, районный исполнительный комитет преподносит вам в подарок телевизор. Поэтому подарочек этот я тоже положу под елочку. Ну и, конечно же, и сладости без этого никак нельзя. С праздником! Гости искренне желали этому дому мира и добра. Дорогие ребята, уважаемые взрослые, Новый год – это особенный праздник. Душевного тепла и, конечно, неожиданностей. Это праздник волшебства и новогоднего чуда. Пусть этот год будет для вас годом новых начинаний и, конечно, исполнения желаний. Дарите друг другу добро, любовь и счастье. От желающих произнести поздравления не было отбоя. Сегодня в детском доме живет 32 ребенка. На утренники их еще меньше. Часть воспитанников разъехались на рождественские каникулы в Италию. Еще часть вот-вот уедут следом. Еще несколько лет назад в Мозырском детском доме было около 80 ребят. Детей забирают в приемные семьи, берут под патронаж. Большая семья детского дома сокращается. И это самая хорошая тенденция, которую надеются продолжить в 2019-м. Лидия Поттер, Юрий Горобец, телеканал «Мозырь».